Традиционно выставку ярмарку православия Петров Пост проводит выставочная компания «Солт-Сочинские выставки». Это всегда событие в духовной жизни нашего города. Это маленькая дорога к храму, которую кто-то еще не открыл. Здесь то место, куда приезжают монастыри и храмы со всех уголков нашей страны, а также из-за рубежа, и со Святой горы Афон, из Сербии, и со Святой земли. Здесь более 100 монастырей и храмов, которые привезли свои святыни. Работа выставки начинается с молебна и официального старта, который дает благочинный церкви Сочинского округа протоиерей Андрей Дубровский. Мудрость грустьем слышим святого Евангелия. Многочисленные храмы привезли в Сочи образа святых и иконы, храмовую и церковную атрибутику, православные товары, сувениры, одежды и подарки к православным праздникам. Многие приходят, чтобы пообщаться с духовенством. Специальная программа выставки так и называется «Задай вопрос священнику». Есть уникальная возможность приложиться к ковчегу с частицами мощей святого апостола Андрея Первозванного. Это 102-й павильон. Здесь же на выставке старинные иконы. Одна из них 1756 года, которые часто мироточат, по словам служителя Горицкого Успенского монастыря Ярославской епархии. Она очень-очень намоленная. Вот. И все прихожане, которые веруют и обращаются с молитвой к Николаю Чудотворцу, вот, очень и очень помогают. Сочинцы часто приходят сюда, чтобы заказать молебны, приобрести иконы, оказать посильную помощь монастырям, приходам и приютам. Православная выставка будет работать до 1 июля включительно, вход свободный. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.